О, крабы, крабы, здесь какие великолепные крабы. Сколько, сколько? Ой-ой-ой, какой большой. Ребята, о, с икрой, икрой, смотри, Мария, сколько икры. Ну, что за соус, смотри. Пробуй, на базаре. Таиланд. О, как он выглядит, дуриан. Ага, как классно выглядит, здесь открыли специально. Находится Бансан. Мям-ням-ням, кукол. Камера, камера. Да, да, да. Окей, хорошо. Посмотрим. О, посмотрим сначала, друг. 32 килограмма. Сейчас посмотрим сначала. Сейчас камера посмотрим. Сидя, сидя с мям-ням. Хорошо, хорошо. Сидя с мям-ням. Потом погулять. Потом погулять, сидя с мям-ням. Сначала погулять. Спасибо, друг. Ой, какой здесь рынок, сразу здесь нас встречают, чтобы... А, смотри. Закачи какой. Смотри, сколько стоит? Сколько? Килограмм? 200 бат. 200 бат? Да. А, окей. Губо, это 150 бат. 150 бат, окей. Окей. Давай, иди сюда. Окей. Савади кап? Иди сюда. Да я кукаю, окей. Здесь вот так, хорошо, хорошо. Так, ребята, смотрите, нам здесь сразу предлагают всякую всячину. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Савадигап. Савадигап. Ням-ням, давай. Ням-ням, ням-ням. Я подожди, давай. Ой, крабы. О. Давай, 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 давай. Сколько стоит? А вот эти сколько стоят? 1 килограмм. Так, он пишет нам 450. 1 килограмм? Нет, вот этот сколько стоит? 450. Вот этот? Да. 450. Хорошо, будем знать. А рыбка сколько стоит? Рыбка? Рыбка сколько стоит? Сколько уже написал? 200 бат. 200 бат, хорошо. Thank you. Так, друзья, пройдемся по одному ряду. Потом посмотрим. Халё, халё, халё. О, крабы, крабы. Здесь какие великолепные крабы. Сколько, сколько? Вот сейчас он пишет. 150 бат один краб. Ой, смотри, какие интересные. Такие я 3 штучки поела. А это сколько стоит? 446. 400? А, окей, 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 окей. Килограмм? Да. Ага. А, дине, килограмм. Ле, ча. 446 бат килограмм. Вот здесь есть даже кинг-кинг-фиш или как это. Смотрите сами. Обалденно. Супер, супер, супер. Идем дальше. Сейчас придем, сейчас придем. Здесь столько много всего интересного, ребята, кушать. Здорово. Савадикап? Да, савадикап. Кукол. Видео, видео. Видео, но у меня окей. О, ням-ням, ну хорошо. Видео 100 бат. 100 бат? Да. О, 100 бат, о, все, уходим. Ням-ням, фри. Фри? Фри, окей, окей. Так, идем дальше. Здесь продаются рыбки, скаты, тунец какой-то вот здесь небольшой. Тунец? Тунец. 200 бат, окей. А рыба? 150. 150, окей. А это? Это 300. 300? 400? 200. 200. Хороший человек, хороший. Так, идем дальше, посмотрим, что здесь есть. Все торгуются здесь. Все смотрим. Креветки разные здесь продаются. Креветки, вот. 200 бат. Много. Много. Чесноком. Вкусно. Хорошо, вкусно. Русский меню. 200 бат, это дешево, хорошо. Хорошо. А эти сколько стоят? 400. 400? Ой, это ну, большой. Это большой, а дорого, дорого. Ой. 1 килограмм. 1 килограмм. А за много это? Да, много. Хорошо. А эти сколько стоят? Она. Это? 20 бат.
Сколько? 50. 100? 100 бат. No, 100 бат. 500 бат. Ай, Бунго. О, хороший человек. Молодец, молодец. Так, идем дальше. Ну, как всегда, здесь все почти одинаково. Вот эти, ребят. Есть овощи, креветки, мидии, кокосы, арбузы. 50 бат, пожалуйста. Прикольный. Прикольный рынок. А здесь вот сырое мясо. 3 штуки, 100 бат. 80 бат. Здесь это кальмары. Так. Кокосы, рис, 100 бат свинина, 100 бат курица. Ну, здесь овощи и фрукты в основном продаются. Друзья, заходим во внутреннюю часть Банцан Марта или рынка. Смотрим, здесь вещевое отделение, можете себе купить или еще что-нибудь. Сейчас посмотрим, что здесь есть интересно. Люди отдыхают. Манго. Манго? О, манго. 40 кило. Сколько? 40. 40? Да. Хорошо. Давай. Ну, я не ем манго. Я не ем манго. Какое ем? Я ем мясо. Нету. Нету мяса? Здесь очень большой рынок фруктов, овощей. Здесь можно купить, что вы пожелаете. Всякие экзотические овощи и фрукты. Обалдеть. И по низкой цене. Бананы зеленые. Смотрите. Рыбу сушеную. Кто любит, ребят? 100 бат. Целую упаковку. Обалдеть. Ага. Тяжеленькая. Тяжеленькая. Неплохо. Можно взять вот так. Погрызть с пивом. А вот, смотрите, продаются ой, здесь дурья. Целые дурианы. Ну, в отель нам нельзя брать дурианы. Ой, как он тяжелый. Класс. Савати кап. Так, здесь вот стоят. Тайцы продают. И здесь кокосы все уже обтесаны. Савати кап. Так. Так, а здесь также есть большой рыбный рынок. Смотрите, продаются крабы и вообще все на развес. Савади гап? Давай, давай. Давай, давай. Ой, большой, большой. Ням-ням. Ой, какой большой. Недорого, недорого. Недорого? Совсем недорого. Бесплатно. Халява! Такие здесь крабики, смотрите. Ребята, здесь целые... О, халё! Добрый день! Ой, какие большие! How much? Большой, маленький? Она просто, просто спросит. Прайс, прайс. Один кило? А, один кило. 1200, ага. Спасибо. Понятно, окей. 1200 бат, ребят. О, какой большой. Еще креветки. Креветки? Ой, какие большие креветки. Живые. А вот эти дохлые. Ого, какая. Класс. She said little bit. Okay. Little bit, little bit. Little bit? Little bit, little bit. Done, done, done. Done? Okay. 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 Oh. Устрица. 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 Куриста. Хорошо. Ой, какие большие. Хорошо. Идем дальше, ребята. Большое, большое. Okay, большое. Большой. Совсем большой? Большой. Большой. Ого. Я люблю просто. Большой, вкусно. Большой, красивый. Окей. Сколько стоит?
1 кило 100 бат. Алло! Бойс, бойс! 1 кило. Ело пласта. 1400. 1400 бат. 1200. Ага, окей. Большой. Большой. Строка, строка. Хорошо, хорошо. Я купил. Люки, люки, люки. А там кукин, вкусно. Вкусно? Во. Да, а там кукин. Кукин? Да, устрица. Устрицы, ага. Yeah. Большие такие. Ой, какой. Это миди. Ой, какой большой, ребят. Миди. Ага. Полиготов, посмотри. Иди сюда. Да, смотри, давай, смотри. Креветки, давай. Креветки какие большие. Ой, рыбки. Короче, здесь смотреть и пересмотреть. Сколько стоит такое? Шивы, это вкусно. Это вкусно? Полкило. 300 бат, полкило. Ага. Хорошо. Давай смотрим дальше. Давай, о, давай посмотрим. Ням-ням. А, посмотри, маленькая, ну все. Ну, 100 бат, ну, 100 бат. 100 бат? О, хорошо, хорошо. 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 Хорошо, а лангустин. Копку кап. Копку кап. Копку кап. Копку кап. Копку кап. Копку кап. Так, ребята, здесь. Так. Сколько много всяких. Давай, турна, турна, давай, турна. Где? Так. Ой, какой большой, какой большой, красивый. Ой, синий. Самикала. Ой, так, так, так. Ой, брызгается, ребята, сколько стоит? Вау! 1500. 1500. Покажи видео, видео, видео. 350 или сколько ты? 350. Ой, какой красавец, да? Красавец. Сколько здесь креветок, рыб, ребята, это просто не пересмотреть. Само. Ой, брызгается. Ой-ой-ой, какой большой. Ребята, ой, с икрой, икрой. Смотри, Мария, сколько икры. Ого, с икрой. Класс. Класс. Дергается. Сколько стоит? Сколько стоит? 800 бат, 800 бат. Хорошо, большой, большой. Так, ребят, здесь очень много выбора, и вы сами видели, сколько всего морских продуктов. И приготовят вам здесь и для вас тут же свежее все, вкусное и интересное. Сколько опять интересно. Здесь уже сделаны такие кулечки. 120 бат. Хорошо. Манго килограмм сура, да? Давай манго? Ну. Очистить надо. Мясо. Мясо. Понимаешь? Не знаю. Мясо есть. Мясо. Кучай. Кру-кру. Окей. Саладикап. Девушки выбирают тоже себе. Наверное, в Россию повезут. Конечно, а кто? Да, в Россию повезут. Мы же экзотику попробовали, пусть молодцы, другие попробовали. Молодцы, а мы в Россию никогда и не летаем отсюда. А, вообще молодцы. Счастливые. Да? А что делать? Правильно, там коронавирус, и есть, мы туда едем. Не, как бы домой улететь, а то, говорят, уже самолет отопили. Но это только не в Таиланде, нет. Нет? А, ну хорошо. Европа, Норвегия, Швейцария. А вы сушить будете? Зачем? Чемоданы. А, сами есть? Конечно. Ой-ой-ой. Ну ладно, удачи вам. Спасибо. До свидания. Алло. Алло. Манго. Манго. О, манго гуд. О. Так выглядит вариант. Ага. Как классно выглядит. Здесь открыли специально. 380, 250, 200. Надо попробовать как-нибудь.
сейчас, наверное, нет. Ну, сейчас, окей, пойдемте. Идемте за мной, ребята. Так, вот такие здесь фрукты и овощи. Смотрите, какое. Это выглядит как этот. Кешью. Да. Смотри, наверное, вытащили кешью, и осталось вот наверное. Это. Да? И он уже, говорят, вот вкусный очень. Так, ребята, идем дальше. Хотим сейчас что-нибудь перекусить и покажем вам, что мы выбрали. Сейчас вернулись здесь в основные ряды. Здесь есть уже и готовое мясо, и курочка. Вот, смотрите. И креветки, вот, пожалуйста, за 100 бат. Может вам пожарить. Красота. Лапша ням-ням. О, ням-ням, хорошо. Лапша. Рис ням-ням. Очень вкусно. О, спасибо, друг. Вкусный вид, да. Спасибо. Алло, босс. Алло. О, сори. 1 minute looking, 80 бат. Хорошо. 80 бат, окей. Да, looking. Yeah, looking, no problem, but looking. Кукен цвес. Так, здесь за 50 бат. Вот, пожалуйста, можете купить за 60 лапшу какую-то. Давай посмотрю. Я посмотрю, хорошо. Тут. Саладикап? А! Да. Есть маринованные или что-то овощи. А рыба продается. Ой, здесь сколько много рыбы. Да. Очень интересно. Грилят прям на. Давай. Мясо, рыба. Пиво. Очень вкусно, спасибо. Да, я вкусно, без продам. Коп-коп-кап. Рыба по 50 бат. Шпажки, шашлычки. Саладикап. Саладикап. О, хорошо. Том-ям. Том-ям, окей. Лапша гуд. Короче, вы сами посмотрели здесь. Вот Бансан, рынок. Сами решайте, если вы будете здесь, что выбирать. Ну а мы сейчас выберем сами и покажем вам, что мы выбрали. Так, сколько вот мы выбираем крабов, креветок. Тысяча четыреста. Да, большое, да. Приготовят. Уже приготовят. Да. Ну хорошо. Под это гриль вкусно. А? Под это гриль. Под это чесноком. Чесноком. Под это острое гнилось. Острое. Под это острое. Хорошо. Острое, чищу острое. Сильно острое? Чищу. Чуть-чуть острое. Хорошо. Да, давай. Хорошо. А лапши нет? Лапши. Рис? 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 Да, рис. Или что, лапша? Рис, лапша. Такая... Лапша, а вот рис есть. Не, без креветок, чисто это рис. Да, креветка, рис. Не, вон и. Да, вот. Окей. 20 бат. Рис один раз. Один. Хорошо. Окей. Ты его хочешь? Да, да, я взял уже. One. А мне это, внимание. Окей. Так, ребят, вот смотрите, мы сторговались. Сели здесь. Ну вот, ребят, смотрите. Здесь все сидят за такими столами импровизированные, конечно. Наслаждаются недорогой пищей. Конечно, если в ресторане такое заказали бы, намного дороже вышло. Ну, посмотрим, как на вкус это выйдет, как готовят здесь. Первый раз на этом базаре, так что будем ждать, что нам приготовят. Вот нам готовят креветочки такие. Красиво. Разрезали пополам и на гриле. Красота. Жар идет обалденный. Естественно, улица здесь. Со всех сторон музыка.
Здесь готовят. Так, друзья, потихоньку стали нам приносить вот такие вкусности. Смотрите, это мы заплатили за килограмм креветок с чесноком. Не в кляре, а вот чисто. Вот смотри, какие крупные креветки. Это огромные тигровые креветки. Мы взяли попробовать. И пиво, как всегда, чан. Выпьем за наших подписчиков, друзья. Мария взяла себе маленькую, небольшую. Я себе большую, ну как, по статусу положено. Здесь нам предложили еще два вида соусов. Горькие и не горькие. И сладкий, кислый. И еще сейчас прибудет нам мистер Краб. Крепс. Так что, ребята, давайте пробовать. А как это? Не вилок, ничего? Руками. Окей? Да. Ну, давай. Так, ты снимаешь? Снимаю. Так, ребят, я вот взял одну креветочку. Здесь, смотрите, она действительно очищенная вся. Ой, а руками как-то это... А вилки есть? Есть, и вилки. У всех у вилки. Ешь руками. Пластик. Да, пластик. Да, вообще. Оу. О. А вот и вилки. Окей. Так, Мария, тебе. Так, Мария, тебе. И мне. Так, пробуй, потому что очень горячий. Так, голову я сразу отдербань. Ой, горячо. Горячо. Действительно, с гриля идет. Очень. Смотрите, ой, какая огромная креветка, ребята. Вы не поверите, таких креветок я еще никогда не брал. И не ел. Еще больше. Ну да, ну это сама простая. Вот смотрите, попробую, что за соус. Поклон. Пробуй на базаре. Таиланд, остров Пхукет. И вы с нами, наши подписчики. Ребята, это острый соус. Очень вкусно. Очень вкусно. Ребята, это даже не сравнить с другими креветками. Ну давай, приятного аппетита. Будем приятного кушать. Аппетита. Нам принесли вот уже на гриле краба приготовленного. По запчастям, как говорится, его уже, вот смотрите, в таком пряном соусе. Так, попробуем краба. Честно говоря, я не мастер крабовых. О, ой, какой. Крабовых этих. Да, и кто было. И шмак интересный какой. Вот попробуем мясо от него. Что такое гешмак? Вкус. Ребят, вы же знаете, мы в Германии живем. И вкус внутри не соленый, как настоящий. Так, мясо сюда буду я, вернее, остатки складывать. Так, смотрите, ребят, в клешне такое нежнейшее мясо. Свежий. Ну, так. Есть? Да, у меня руки грязные. Она ушла. Но он немного как будто не соленый, но такой приятный вкус, очень интересный. Стоит, ребят, стоит. Так. Девчонки, налетайте! Очень вкусно! Супер! Спасибо!
Hello, with fruit mango, nana mango. Mango. Oh. Yeah, and fruit papaya, maracuya. Maracuya. Beautiful, Ой, хорошо. Красиво, да. Красиво. Вкусно, вкусно. Вкусно? Да. Спасибо. Мне и я Скорпиончиков нету? Hello. 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 What do you want, pork and chicken? Hey bro, what's the picture? Походили мы по базару, показали вам всего интересного, сами поели, действительно было вкусно, всем понравилось. И Мария сказала, как говорится, 5 звездочек. Очень вкусно готовят, все так свеженькое. Так что, кому понравилось, друзья, ставьте нам лайки, лаечки давайте. Ну и кто не подписался, подписывайтесь на наш канал. Давайте. Всем пока. Пока-пока, друзья. Мы спать. Нас ждут новые приключения.